Ты что делаешь? Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Приятного аппетита. А где моя яичница с беконом? Дорогой, нельзя каждый день есть одно и то же. Нужно пробовать что-то новенькое. Фантазии только на бутер хватило? Ну, вообще-то это завтрак по-итальянски. Брускетта, попробуй, тебе очень понравится. А можно мне все-таки яичницу по-русски сделать? Можно без бекона? Спасибо. Хорошо, как скажешь. Даня! Даня, завтрак готов. Даня! Дань! Слушай, ночью Даня куда-то ушел. Я спала, естественно, ничего не слышала. Не знаю, может, в полицию звонить? Оль, ну пацану 17 лет, а? Ну, без паники. Слушай, я как-то даже не знаю, что думать. Ну, точно погуляет и вернется. Я тебе говорю. А ты что, в курсе, что происходит? Ты разговаривал с ним? Нет. Мы с ним виделись пару недель назад. Я ему дал денег, вот весь разговор. Ну, я думаю, нам нужно серьезно с ним поговорить, иначе мы его совсем упустим, понимаешь? Ладно, Оль, как-нибудь заеду, обсудим. Сейчас мне пора. Давай, пока. Что-то с Даней? Нормально с ним все. Я просто спросила. Да черт. Испачкался? Не трогай, не трогай. Подожди, я сейчас схожу за новой рубашкой чистой. Отвечаешь на звонки. Я же прошу тебя всегда быть на связи. Мам, не начинай, ладно? Уже отцу успела доложить. А он тебе звонил, договорился? Нет, но я видел пропущенные. У меня телефон стоит на беззвучном. Ну, чтобы никого не разбудить. Ну, ты понимаешь. А не рано ли для ночных похождений? В самый раз. Лучше сейчас, чем потом. Загулять, как папаша. Ну-ка, не смей так говорить про папу. Ну, это же правда. Мам, да все хорошо, правда. Я выспался, может, сейчас первый урок успею. Ну, я пошел. Даня, вечером нужно сходить в магазин за покупками. Хорошо. Позвони, как все купишь, я подойду, помогу. Нет, я понимаю, что у него первая любовь. Я понимаю, что у него гормоны. Но сообщение мне можно написать или нет? Оль, смирись. Мальчик вырос, оставь его в покое. Лучше займись собой. А что со мной? Со мной все в порядке. У меня проблем нет. Что? До развода ты была другая. Конечно, я была другая. На 8 лет моложе. Я не об этом. Макияж, прическа, красивые платья. Тебе было не все равно, что у тебя он под белым халатом. А сейчас хвост этот ужасный. И ничего в жизни, кроме сына и работы. Ну, по-моему, это немало. А, ну да. Подумай о себе. Молодая,
красивая. Может, встретишь свою судьбу? Ой, нет, спасибо. Перед кем мне тут наряжаться? Проходите. Здрасте. Доброе утро. Здравствуйте. Я вот тут на 10 записан, но колено прихватило, сил нет терпеть. Вы уж примите меня пораньше. Примем, конечно, проходите, пожалуйста. А у меня прогревание. Да, пятый да, раз уже. Пятый раз, я помню, сегодня. Сейчас все сделаем, проходите. Наряжаться нужно для себя. Шеф неожиданно из командировки вернулся раньше. Но он был в свете в аэропорту, и еще и самолет задержали на 3 часа. Понятно. Ты голодный? Как волк. Есть что? Я пойду разогрею. Да, иди мой руки. Да. Это что такое? Я сюрприз тебе хотел сделать на день рождения. На день рождения? Ну да. Так он же у меня зимой. Ну, я заранее заказал. Это же авторская работа. Сапфира.
Смотри, как глазам твоим идут. С днем рождения. Ой, мам, классные сережки. А чё ты их не носишь? Ну, я не знаю, мне кажется, они слишком нарядные. Ну, не на каждый день. Да ладно, главное, тебе идут. Правда? Угу. Ну, тогда я буду носить. Мам, слушай, тут такое дело. У нас у Ершова скоро день рождения, мы по 300 рублей скидываемся. Что собираетесь дарить? Наушники. Так раз нормальные 3000 рублей стоит, и нас 10 человек. Держи. Спасибо. Мама, что на ужин-то? На ужин ничего. Ну, ты же не сходил в магазин? Блин. Мам, я так устал. У нас был пробный тест на 2 урока, и сейчас еще презентацию 3 часа делал. Да-да-да, я видела твою презентацию. Ну, отвлекся в комп поиграть на 10 минут. Давай завтра после сходим в магазин и все купим. У нас еще, по-моему, пельмени оставались. Я уже все купила. Отлично, мам. Тогда пожарь картошки и позови меня, как будет готово. Знаешь что? Вот давай иди и пожарь. Я на месте. Вот это да. Просто невероятно. Как непривычно. Волосы короткие, пышные. Слушай, ты с этой прической помолодела на 10 лет. Ой, прям скажешь на 10. Я тебе честно говорю, богиня. Какие сережки красивые. Правда? Угу. Ты хоть понимаешь, что теперь эту красоту нужно выгуливать? В театр, например, сходить? Обязательно. Только театр подождет, а пациента нет. Согласна. Здрасте. Здрасте. Здрасте, вы к нам? Наверное. Как фамилия? Зорин Михаил Константинович. Проходите, садитесь. Да нет, я в порядке. Мне просто нужно отметку поставить, что я прошел лечение. Контрактура плечевого сустава? Давно была травма? 5 лет назад. Проходите, пожалуйста, за ширму, раздевайтесь по пояс. У меня ничего не болит. Это только для справки на работу. Давайте я вас все-таки осмотрю на всякий случай. Проходите за ширму. Какое плечо беспокоит? Левая. Ну, повернитесь спиной, я вас осмотрю. Здесь? Выглядит, конечно, не очень, но на самом деле все давно зажило. Хорошо. Попробуйте сделать плечами круговые симметричные движения. Больно? Нет. Какого рода была травма? Осколочная? Да я уже забыл давно. Столько времени прошло. Ну, знаете, такой серьезный рубец может вызывать последствия спустя годы. Присаживайтесь на кушетку, я продолжу осмотр. Придется потерпеть, говорить о своих ощущениях. Больно? Нет. А так больно? И так нормально. Совсем ничего? Совсем. А здесь? Больно? Нет. Хорошо. В спокойном состоянии боли не наблюдаю. Я пропишу вам электрофорез и парафиновые аппликации. Вы одевайтесь, пожалуйста, проходите в кабинет физиотерапии. Там медсестра проведет процедуру, а я выпишу вам направление.
Гуляем на все. Ставки примешь? Походу, ты просто тратишь мое время, пацан. Ну, мне правда очень надо. Какая ставка? Экспресс, как обычно. Рисковый ты парень. Ну, какие у меня варианты? Так хотя бы пару тысяч выиграть можно. Плюс ты еще свою комиссию заберешь. Заберу. Только в случае выигрыша заметь. А выигрываешь ты нечасто. Возни с тобой много. Ладно. Какие команды сегодня играют? Пусть будет Ювентус, Торино, ну и Милан. Милан. Все, принял. Теперь только часа через три заходи, пока все не сыграют. Как через три? А ты как хотел. Милан только через час играет. Мне через три часа встреча. Деньги позарез нужны. Свидание, что ли? Девушка обещала в кино сводить. Ну, могу тысячу одолжить. Только тогда ты должен будешь полторы. Пойдет? Как ваше плечо? Чувствуете тепло? Очень тепло. Спасибо. Ну, хорошо. Я советую вам пройти курс из 20 процедур по 2 каждый день. Будем наблюдать динамику. Справку я вам сейчас выпишу. Хорошо, спасибо. Расписание нашего кабинета в регистратуре. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ты видела, как он на тебя смотрит? Он просто гипнотизировал. Ну что ты выдумываешь? Ну что ты преувеличиваешь, а? Я не преувеличиваю. Настоящий полковник. В карте написано. Полковник запаса написано. Это нюансы. Такой видный мужчина. Но я бы на твоем месте держалась бы от него подальше. Это почему? Потому что у всех, кто был на войне, посттравматический синдром и психика нестабильная. Особенно у такого травмированного, как этот Зорин. На нем же места живого нет. Слушай, а давай будем заниматься его ранами. А его психикой пусть занимаются другие специалисты. М? Какая же ты зануда. Привет. Классно выглядишь. Ты тоже, как всегда, неотразим. Спасибо. Прошу тебя, ну как-то аккуратно, поговори с ним, что сейчас учеба – это самое важное. Ой, ну, не будь занудой, а. Ну, раз Данька ночами пропадает, значит, девчонка появилась. Ему сейчас вообще ни по чем. То есть ты предлагаешь все оставить как есть? А что тут такого? У меня тоже была подружка в 17 лет, не одна. Да, просто гормональный взрыв, надо пережить как стихийное бедствие. А, ну тогда будь готов платить за его институт. Потому что благодаря этому гормональному взрыву ЕГЭ он не сдаст. Ну, с чего ты взяла, что он вообще меня послушает? Он на мои телефонные звонки не отвечает. Я, честно говоря, вообще не знаю, как с ним разговаривать. Ты кто ему, отец? Отец? Ну? Ну, если бы мы жили с Данькой вместе, может бы у нас другие были бы отношения. Нет, ты так говоришь, как будто я вам запрещаю общаться. Ладно. Попробую наладить с ним контакт. Попробуй. Оставь маме. И так ведь все съели уже. Я все равно нашла конец. Да, и тебе тоже вредно. Все, пришла. А, доставай крючочку. Мам, привет. Это Соня. Соня, моя мама, Ольга. Петровна. Петровна. Здрасте. Здравствуйте. Очень приятно познакомиться. Очень приятно.
Давай, наливай маме чай. Присаживайтесь. Спасибо. Да, мы вот вам оставили тортик. Мы в кино были, решили домой зайти, чай попить. Ну и как вам фильм? Мне не понравился. Сюжет очень примитивный, а поступки героев нелогичны. И все это растянули на 2 с лишним часа. Зато какие спецэффекты? Если истории нет, спецэффекты не помогут. А вы тоже в школе учитесь? Нет, я на первом курсе в педагогическом. Не беспокойтесь, мне есть 18. Давно познакомились? Уже 2 недели, и... Мам, у нас все серьезно. Так что я иногда буду оставаться у Сони, ладно? Нет, не ладно. Можете встречаться, но изволь ночевать дома. У тебя выпускной класс. У тебя экзамен на носу. А вы об этом можете не беспокоиться. Я отлично знаю программу и смогу его подготовить. Да, Зефирка будет учителем физики, так что у меня теперь свой персональный репетитор. Зефирка — это что? Мы познакомились в кафе «Зефир». Да, наше любимое место. Потрясающе. Належьте? Да. Ну ладно, я пойду. Очень приятно было познакомиться. Проводи меня, пожалуйста. Конечно. После сразу домой. Мам. Это откуда такая красота? Не знаю. Я не видела, кто принес. Записки нет. Я проверяла. Извини. Так что у тебя появился тайный поклонник. И это явно не дедушка с больным коленом. А ты везунчик. Твоя ставка сыграла. Уже видел? Давай. А это что? Выигрыш по ставке 2000. Ну да, все верно, 2000. Плюс мои 20%, 400 рублей. Плюс ты мне еще должен 1,5. Вот и выходит соточка. Ну зашибись, везение. И что я с этим делать буду? На пиво не хватит. Могу соленых орешков подкинуть. Ну что? Так бабки сильно нужны. Край. Даю 2. Должен будешь 3. А не жирно будет? Как хочешь. Ладно, давай. Одну возьму, одну поставлю. Опять экспресс? Да. Все, я закончила. Ты идешь? Нет, мне нужно еще карты заполнить. Сегодня все пришли, кроме Зорина. Испугался полковник процедур. Почему испугался? Мало ли, какие у человека обстоятельства. Значит, просто не так сильно болит его плечо. Ну, когда заболит, будет уже поздно. Ладно, до понедельника. До понедельника, пока.
Алло. Алло, мам, привет. Я сегодня буду поздно. Еду к Соне заниматься. А зачем к Соне? Занимайтесь у нас. Я скоро приеду и испеку пирог. Да нет, мам, какой пирог? Ну, я не буду вам мешать. А хочешь, я позже приеду, погуляю в парке? Зачем все усложнять? Просто давай... Я к Соне поеду, а ты домой. Хорошо. Будь дома не позднее 10. 11. Все, ладно, давай, мам, наш автобус подходит. Ну, ты... А ты думала? Здравствуйте. Здравствуйте. Почему пропустили процедуру? Что случилось? У меня были дела. Я был занят. Но вы должны следить за своим здоровьем. У вас серьезная ситуация. Ее нельзя упускать. Я, наверное, буду ходить к другому врачу. Почему? Дело в том, что... Вам понравились цветы? Давайте все-таки проведем процедуру, а после обсудим цветы. Ольга Петровна, а зачем вы со мной возитесь сама? Это же могла делать медсестра. Не волнуйтесь, я умею проводить процедуры. Постарайтесь, пожалуйста, не двигаться. Как только я услышу сигнал, я подойду. Помимо физиотерапии, я советую вам пройти еще лечебную гимнастику. Не спорьте, выслушайте, пожалуйста. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что контрактура – это своего рода замкнутый круг. Рубец ограничивает движение вашего плечевого сустава. Далее в мышцы не поступает питание. Наступает гипертрофия тканей, вследствие этого ваш плечевой сустав ограничен еще больше. Я понятно объясняю? Ольга Петровна. Да. Давайте куда-нибудь сходим. Вместе. Как же я давно не выбиралась на природу. Даже забылась, что в нашем парке так красиво. Природа в городе – это всегда компромисс. Что вы имеете в виду? Все хотят ровные дорожки, постриженные кусты, чтобы фонари были на каждом шагу. А вы все это не любите? Я люблю, когда деревья растут в лесу, когда трава по пояс, и чтобы пруд не был закован в бетон. Вам тогда нужно жить за городом. Именно так я и делаю. Я сдал свою квартиру и переехал на дачу. Полчаса езды, и ты на другой планете. Кстати, никакой физкультуры не надо. Всегда находится что-то поделать. Тогда почему мы приехали в парк? Потому что вы мне нравитесь. Красивые у вас сережки. Я недавно про них вспомнила. Их сделали на заказ. Бывший муж подарил. А я не хочу об этом вспоминать. Закройте уши. Ольга Петровна, вы испугались, что ли? Откуда у вас пистолет? Вы об этом? Вы думаете, я всегда хожу с пистолетом? Это мой наградной Макаров. Я сегодня забрал его из ремонта. Вот у меня даже квитанция, справка есть. Куда же вы так бежите? Отлично, погуляли. Я хочу домой. Не провожайте меня.
О, ты уже дома? Как вы занимались? Отлично. А ты где была? Гуляла в парке. Одна? Одна. Как дела в школе? Нормально. В понедельник контрольная по физике. Думаю, поехать к Соне на все выходные. Угу. Ну, чтобы как следует позаниматься. Понятно. И ты даже не против? Против. А это что-то меняет? Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы делаете? Я подумал, может быть, вам нужна какая-то помощь. Да, в общем, нет. Я иду в магазин за продуктами, после сын поможет мне донести пакеты до дома. Вчера я напугал вас, хотел бы извиниться. Давайте я попробую исправить ваше отношение ко мне. Попробуйте. Спасибо. А может, домашние дела подождут? Устроим настоящий пикник у меня на даче. Что, прямо сейчас? Почему нет? Ты же видела мою медицинскую карту? По-моему, ты знаешь обо мне больше, чем достаточно. Вот. Вот как должны пахнуть настоящие помидоры. Здорово? Здорово. Так, нам, пожалуйста, помидорчиков килограмма 2. Ой, нет, что вы, это очень много. Нормально, нормально. Никуда не денутся. Не пропадут, поверь. Вот. Докиньте 2 килограмма. Огурчиков 1,5. Спасибо. Вот, баклажанчики нам тоже. Закиньте. Даже не думайте. Почему? У меня здесь персональный скид. Этот домик построил мой дед сразу после войны. Я в детстве каждое лето здесь проводил. Так, секундочку. Прошу. Спасибо. Это вы? Это я. А это? Это мама. Спасибо. А я тоже мечтаю иметь кресло-качалку, чтобы приходить с работы и отдыхать в нем. Это кресло сделал отец. Мама любила в нем отдыхать. Интересный цветок, как называется? Это не помню. Я могу помочь. Спасибо, не надо. Я умею готовить. Я тоже умею готовить. Это похвально. Но вы мои гости. Предоставьте это хозяину. Алло.
Мам, ну что ты закупилась? Мне подходить или как? Прости, пожалуйста, я забыла тебя предупредить, у меня поменялись планы. Да? И кто он? Я видел вас в окно. Мой новый знакомый. И что ему надо? Ну, это пока все, что тебе нужно знать. Ну хорошо, мам, я сегодня у Сони ночую, помнишь, да? Ладно, пока. Скажите, а куда вы меня ведете? Сейчас все узнаете. Не, мне все-таки интересно. Хочу научить вас стрелять. Я не хочу учиться стрелять. Зачем? Я не люблю оружие. Я заметил. Я не понимаю, что в этом интересно. Ну, пока не попробуешь, не поймешь. Давайте, повторите ногами мое положение. Так, так левую вперед. Левую чуть вперед, да. Целитесь в мишень. Держите левой рукой правую. Это ваша опора. Правая свободная. Совмещаете мушку и прицел. Угу. Попробуйте. Мне так страшно. Ничего страшного. Может, не нужно? Спокойно. Так. Будет громко. Очень. Хорошо. Но мимо. Совсем давай. Мимо. Давайте еще раз. Сейчас. Спокойно. Я попала? Попала. Я попала! Попала! Весенний дом 3. Давай я тебя отвезу. Миша. Весенний дом 3. Миша. Миша, проснись. Давай я тебя подвезу. Нет, я доеду сама. Может, мне лучше поехать без Сережек? Все-таки это собеседование лучше выглядит скромно. Нет, не снимай. Они принесут тебе удачу. К тому же мы вечером идем в театр, не забыла? Тогда я возьму их с собой. Давай я тебя все-таки подвезу. Там совсем недалеко от автобуса. Улица Весенняя, дом 3.
Доброе утро. Доброе утро. Вы как желаете завтракать? Здесь или за столом? Здесь. Очень хорошо. Когда ты успел? Так это ж оладушки. 5 минут и готово. Предлагаю вам отведать варенье из местных ягод. Только не говори, что варенье тоже варил сам. Нет, не варил. Мы с соседкой трофеями обмениваемся. Я ей грибы, она мне ягоды, ну и варенье тоже. Очень вкусно, очень вкусно. Вкусно? Угу. Здорово. Оль, давай жить вместе.